get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood? Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 196, и мы продолжаем проходить игру Resident Evil 4, Обитель зла 4. Так, в предыдущей серии, я в основном, кстати, записывал уже две серии с комментариями, следующие, третья, четвертая, по сравнению с первой, второй. Появился новый микрофон, в общем-то. Но там у меня звук из игры почему-то не записался, в общем-то, я понял, что там, я не то сделал. Ну ладно, в этом, с этой серии уже будет все слышно, и звук из игры, и мои комментарии, в общем-то. Что, заходим в этом пока комнату, там видим интересный ролик по-своему. Смотрим. Да, Леона чуть не прикончил этот гад Мендес. И спасла уже женщина в красном. Что-то знакомое. Ну да, в общем-то это знакомое. Это сама Кать. Ада Вонг. Из второй части. Которая как бы там не как-то погибла, в общем-то, в конце. На самом деле она выжила, в общем-то. Это как бы был такой, Кать. Не знаю, как сказать-то. Называется-то. Притворяется. Это притворность. Притворимая смерть, как называется, не знаю. Притворилась, что она умерла, в самом деле, Кать. Так. Та самая церковь, в которой Катеши находится, мы должны туда попасть. Но, в общем-то, нужен ключ, чтобы попасть. Мы не можем его пока открыть. Сможем. Когда дойдем туда. Дохни, Кать. Живокое. Все. 950, конечно, мало, ну ладно, сойдет. Так, к этому озеру мы еще придем. Здесь с помощью полезно еще должно быть. Так, граната. Граната. Здесь, по-моему, больше ничего нет. Или нет? Есть, точно, 50. 1000. Сколько мне там всего их? 22 000. О, я птичек эти. 3 целых, точнее, травыми. Черт, патроны. Много чего набрал. Сам инвентарь попросту забит. Всякой полезной вещами полезными. Можно сказать так. Так, здесь, по-моему, что-то есть полезное. Перед тем, как уходить из этого дома. А, здесь еще, помню, яичко, точно яичко. Коричневое. Берем его. И уходим, по-моему, больше ничего нет, не забыл. Так, нет, погоди, хотел сохраниться еще. На всякий случай. Так, конец главы. Ну, использую. Ладно, здесь сохранюсь пока. Так, сохранись. Но приготовим на всякий случай пока дробовик. Так как. И перезарядим-ка его лучше. А если мне патронов хватит. 6. Ну хватит. Так, и гранату пока хотя бы одну. Так, не знаю, хотя бы огненную гранату. Потому что сейчас нас встретят. Кто встретит? Дорогой бензопильщик. Так, ну давай, иди сюда, бензопильщик. Да, блин. Ой, чуть не убила, сразу.
успею зарядить хотя бы. Да дохнешь ли ты? Сдох наконец-то. Фу. Ой, потому что он убивает просто с первого раза. Этот чертов бензопильщик. Вот он страшнее, чем даже в пятой части. Ладно, в пятой части он там думает, пока нас пытается убить. Глупый, глупый попросту. А здесь он такой умный, что... Что прям уж где удаешься. А, блин, еще одна там орёт. Ну, хотя бы хедшот. Так, вот еще она бежит. Ай, блин, промазал, черты. Волнуюсь попросту немножко. Игра по самому, конечно, не такая сложная. Но хотя на ветеране играть все-таки не так уж легко. Ну, хотя патроны для дробовика возместили. Зависти потраченные. Черт, бензопильщик ненавижу, в общем-то. Нервирует. Потому что, черта. Не хочется, чтобы меня там убил один с одного раза, хоть. Так, можно скомбинировать траву, ладно. Так, комбинировать траву. Аптечка отлично готова. Блин, места не хватает, счета. Еле-еле попросту. Душа в теле. Так, мне там еще, по-моему, есть. Патроны от МП отлично, хотя мне, по-моему, ТМП еще нету. Так, может их снайперка можно снять, пока есть время. Перезаряжу, пока есть время. Есть возможность хотя бы. Добрый. Ай, черт. Хедшоты сделал. Навешать им хедшоты. Ну вот и все. Легко. В общем-то. И патроны для винтовки возместили. Как хорошо. Так, убираем, открываем дверь, убираем дощечку мешал, которая... Ну и заходим дальше. Так, а дальше у нас, по-моему, убираемся куда? А, назад в деревню попадаем, точно. В самый центр деревни, где там у нас целая куча... Чала. Хотя и сейчас-то. Достаточно не так уж и мало. Да, вот они там сидят. Ждут нас. Уже идут, скотина. Дробовик или гранату все-таки использую, потому что пока есть возможность. Давай. Так, быстрее разобраться с ними, попросту. Так, по-моему, все больше, да? Никого нету. Пока. Так, быстрее разобраться с ними, чтобы не мешались. Так, здесь все обыскал, кажется, уже. Так, кто-нибудь еще есть, остался? Может, еще кто-нибудь есть? Так, все, кажется. А, один еще, наверху. Так, может, здесь еще чем-то полезное появилось, не знаю. Последний раз я все обыскал, кажется, все взял. Хотя, возможно, еще что-то новое появилось. Новое в самих домах хотя поискать надо будет, наверное. Только сейчас снять этого гада сверху. А, точно, я забыл камешек, что там лечат патроны на крыше. Да дохнешь ли ты? Сказать. Не хотел подыхать. Так, после него ничего не осталось. Ничего. Так. О, зеленая трава, либо яичко. Не знаю. А, курица снесла. Надо бы сейчас будет взять все-таки на всякий случай. Пока использовать не буду. У меня здоровье все нормально. Пока не пропускал ни одного удара. Это, конечно. Что-то мне сегодня везет попросту. Слава богу. В последнее время. У меня там две смерти все-таки были. Не исключаю, у меня на QT. Но сейчас я просто с QT проверил, там набитый с краузером. И, в общем-то, прошел ее с третьей попытки, но, в общем-то, без единого там во время битвы, в общем, ни одной промашки не сделал. Разобрался с QT полностью, теперь мне проблем таких не будет.
Все великолепно будет. Надеюсь. Сам хоть не оплошаю, но, в общем-то. Не хотелось бы попросту. Так, здесь у меня ничего нет, что ли. Я думал, здесь что-нибудь лежит. Так, прыгай, Елена. Давай. Надо торопиться, спасать, если. Так, а вот в том домике у нас. Где дробовик лежал. Еще им полезно. Возможно, там что-то у нас осталось. Лежит. А, нет. Ничего не осталось. Возможно, что вообще ничего нету. На ветеране-то. Все взял. Ладно, выпрыгнем. Выпрыгнем таким образом. Чтобы не тратить время спускаться вниз, в общем-то. Хотя нет, больше ничего нету. Мне кажется. Можно уходить дальше. Блин, кто это? А, сверху, что ли? Давай, скидывай. Давай, прыгай. Слетай. Не слетай, что ты. Зараза. Типа голову, что ли? Хедшот. Черт, мне там осталось. Надо запрыгнуть быстро и взять. Значит, забыл как раз он. Про камешек-то еще при этом. Не камешек там, еще другой лежит, в общем-то, на крыше. Я про это забыл-то. Давай, Леон. Надо взять еще у него, как что там лежало. Что-то у него после него осталось. Так, дробовика патрона еще там на том стороне крыши находит что-то. Это забыл-то, в общем-то. Помощью... А, точно, еще что-то забыл-то. Так, да, точно, шпинели. Еще что там, бля, это... В трубе что-то было. Что-то я подзабыл, в общем-то, про это. Точно, патронный пистолет это. Извините, но, в общем-то, да, в прошлой серии, второй серии забыл про эти как нычки. Нычки сообразные, как в сталкере. Можно сказать. Хотя жалко, вот сталкер, что вторая часть не выйдет. Хотя не на крест, может быть, поставлю почти. На этой серии сталкера. Сама студия перестала существовать. Хорошая, по-своему, игра была увлекательная, интересная. Все три части прошел. Тень Чернобыля, Зов Припяти, Чисто небо. Жалко, как это и очень почему-то. Так, а где у меня, где я должен выйти-то? А, через эту дверь, возможно, выйти, точно. У меня же ключ есть. Его взял, кать. Вот этот ключик. Используем его. И заходим. Сейчас помощь, там помощь. Через этот подземный туннель, проход, мы сможем добраться до церкви. А, здесь торговца нету, хотя при прохождении за Адувонг, проходим там. Здесь есть торговец, встречает нас, но здесь его нету. Он нас где-то в другом месте встретит, в общем-то. Что ж, отлично. Дальше проходим. Здесь делать нечего, что. Для ДМП, хотя ДМП будет купить, но обязательно. Так, здесь, по-моему, есть камешек, как я помню. Шпинель. Ну, спускаемся в подземелье. Может, кайсообразно. Грязные, мокрые. Здесь канадского, слава богу, нету. Не то, что при прохождении сады его зада вонг. За нее попросту играл немного. Немножко поиграл. Нет, не до конца прошел, хоть там до 4 главы дошел. Попробовал хотя бы. Себе в руле Адувонг бегать. Не то, что за левым там. По-своему прошел как лучше. Без единой смерти. Вообще смерти не было. Почти прошел, точнее. Так, где еще ящик-то? За него будет тоже прохождение. Пойду и пройду, кажется, 100%. Там, по-моему, хардкор еще нету. Ай. Зажалко. Привет, торговец, рад тебя видеть. Хоть тебе как раз и не хватало, в общем-то. Да, 10 медленных, по-моему, еще не собрал. Не собрал, мне там 7 всего лишь. Надо еще кать около церкви все сбить. Так, маску мне там надо еще кать вставить. Кружку так мне один медальон ставил. Так, маску пока еще нет. Ну ладно. Продадим заколку. Все успеем. Карманы, часы. Так, рубины не помню, куда оставлять-то. Так, 6 спинелей, как там. Так, сейчас я с тобой разберусь еще. Так, что там оставлять, я не помню там. Рубин, по-моему, не надо оставлять никуда.
Точно, точно, нет, нет. Можно продать. Забыл немножко. Welcome. Там другие надо камни вставлять. Только я забыл, куда, где их искать, но потом, наверное, найду все-таки. Так, что купить себе можно, торговец? ТМП? Нет, ТМП я куплю потом. Пока мне просто не нужны. Приклад это потом понадобится. Так, прокачать, не знаю, чем пистолет. Пистолет прокачан. Дробовик прокачаю. Ну, винтовку. Хватит, все. Прокачал максимум. Пытаюсь на максимум прокачать. Так, чем показался там? Так, здесь, по-моему, Ганнадос, по-моему, не должно встретить. Ну что ж, убираемся наружу. Сейчас будет красно. Мы идем в церковь. Там немножко побродим. При этом с Ганнадосом придется встречаться, конечно. Как всегда. Так, все, по-моему, да. Так, здесь, по-моему, у нас должен быть камень еще один. Точнее, камень должен быть какой-то, по-моему. Лежать, висеть. Вот он. И нет. Да, сама церковь, точно, да. Вот и медальон зато мы собьем. Так, погоди, а камень здесь нет, что ли? А, вот, пропустил же я. Точно, вот я пропустил. Не так легко заметил, в общем-то. Камешек должен быть. А, ручная граната, да чтоб тебя дери. И мне места не хватает. Ой, да чтоб ты. Надо смешать траву. Придется, потому что я хочу гранату взять, потому что гранаты очень нужны. Мне не понадобится вопросы. Ой, ворона улетела, черт. Я про вас забыл-то. Там у них что-то полезное лежит, по-моему. Так, ой, блин, еще. Ой, зажали у меня, зажали. Ах ты, скотина. На. Получай, скотина. А вот этот говнюк, я честно забыл про это. Патрон дробовику-то. Так где там у нас прячешься? Давай иди сюда поближе. Получай хедшот. Ногой, точнее. 509. Ой, 950, точнее, черт взял. Так, медальоны. Ой, блин, не по. Давай, 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 целься. Давай, лево. Молодцы. По одному хоть и попали. Так, все, спокойно. А то еще этих змей хоть. Может встретиться. Встретиться змеи еще в этих ящиках. Там будет осторожнее быть с ними. Укусит еще. Так, медальон еще один. Сейчас мы его собьем. Ой, взрядится. Так, 9 у меня все. Осталось еще примерно 6. Так, еще один. Хотя за Адвонг вот играл я за Адвонг. Там так легко играть, в общем-то, для меня кажется было. Да хватит орать, это идиоты. Я вас еще не слышу, что ли? Че взорвется? Давай прямо. Молодцы. Ха. Отлично. Двух зайцев одним ударом. Где еще? Я не понимаю. Давай, что ли, дохни. Да дохни ты. Зомбак. Ганнадос, чертов. Че меня бьёлкой. Так, еще один медальон вижу, отлично. Ой, прицелить сложно-то.
Осталось все 4. Ну что ж, найдем. Так, по-моему, там еще у нас. Что-то я забыл там, да? Гнездо. Там у нас зажигательная граната, которую тоже некуда ставить. Потому что... Ой, надо что-то использовать. Ибо яичко куда положить. Можно же яичко куда положить? Надо съесть яичко как-то. Можно как-то его съесть. Надо было... Граната же просто не влезает. Да нет, не влезает. Места нету. Никак, никак просто другому не сложить. А, можно использовать хотя. Так, я понял хотя как. Нет. Яичко использую. Здоровье восстановлю хотя бы. Вот и все. Так, в церковь тебя можно... Ладно, сначала зайду за церковь там. У нас, по-моему, что-то еще лежит. О, черт, здесь его двое еще здесь. О, черт! Как напугало. Взорвалось как неожиданно.